Ну вот и осталось нам с вами чуть-чуть до Нового года. А сколько еще нужно успеть? Подытожить KPI, разослать поздравления клиентам, позвонить партнерам, а еще придумать, какое желание загадать. Скорее всего, это будет то же самое, что и в прошлом году. Обязательно про финансовые показатели, чтобы клиентов стало больше, а конкурентов меньше. Про то, чтобы спрос опережал предложение. В общем, ничего нового мы с вами не придумаем. Поверите вы или нет, но на протяжении 20 лет сотрудники BI Group в эти минуты мечтали ровно о том же. Вообще все было почти так же. Елки наряжались, итоги подводились, цели ставились. А ведь именно от правильных целей тех лет и сложились наши сегодняшние победы. Победы, с которыми мы прошли по всему юбилейному 2015 году. Сообща. Дружно. Вместе. Все мы знаем, насколько огромная у нас компания. Но где бы ни был сотрудник BI Group, в столице или в пустыне Харгоса, каждый из нас чувствует свою сопричастность к компании и друг другу. А все эти социальные телефонные сети, скайпы, системы GPS и целые чаты в WhatsApp'ах с недавних пор связали нас еще крепче. И это, безусловно, стало трендом нашего юбилейного года. Узнать об успехах проекта в Шалкаре, когда ты сам, допустим, в Павлодаре, стало теперь делом одного клика. А чтобы поделиться с коллегами новостью об объекте, теперь проще скинуть фотографию в общий чат WhatsApp, чем писать электронные письма или звонить на телефон. Все стало проще, ближе и мобильнее. Линк технологичнее. Итоги года. Наш 20-й юбилейный год стартовал с приятной новости. BI Group была названа самой быстро развивающейся компанией по версии делового издания National Business. За последние 5 лет рост наших доходов вырос более чем в 26 раз. Новость об этом мигом облетела страну и даже добралась до Южной Америки, где корпоративные экипажи компании в составе президентского спортивного клуба «Астана» в это время защищали честь Казахстана. 9 и 20 места в мировом топе лучших гонщиков внедорожных авто стало феерическим дополнением к профессиональному успеху BI Group. Между тем, в Астане холдинг BI Group Development начал год с праздничного триплета новоселий. Сотни казахстанцев получили заветные ключи от новых квартир, что стало прекрасным подарком к зимним праздникам. Ознаменовалось начало года и двумя форумами, знаковыми мероприятиями для компании. Холдинг BI Group Construction провел форум с партнерами и подрядчиками. Холдинг BI Group Development с клиентами. Главный итог – только вместе мы можем создавать свое будущее. Подобный формат встреч стал в 2015 году традиционным для BI Group. Ежеквартальные форумы клиентов позволяют застройщику четко отслеживать, какие вопросы волнуют общественность, и мобильно реагировать на них. В самом центре Экспо. Под таким слоганом весной был презентован новый продукт BI Group – Экспо-бульвар. Современный квартал в центре будущего выставочного комплекса. Он стал одним из самых успешных новых проектов 2015 года в линейке недвижимости BI Group. Тему Экспо в юбилейном году продолжил и холдинг BI Group Construction. Возведение сложных конструкций выставочных павильонов специалисты компании выполняют на самом высоком уровне. Весна. Пора перемен. В преддверии летнего сезона состоялась презентация еще одного нового проекта. На этот раз в Щучинско-Боровской курортной зоне. И хоть строительство этого проекта на сегодня приостановлено, мы уверены, что к его реализации команда обязательно вернется. Пока казахстанцы делали выбор в пользу новых проектов BI Group, новоселье отметил и департамент продаж BI. В новом офисе бизнес-центра Viva Plaza предусмотрено все для продуктивного общения с клиентами. 2015 год – год для нас юбилейный, прошедший под знаком 20-летия. И, безусловно, одним из его ярких проектов стала социальная акция «20 лет BI – 20 добрых дел». В течение года мы помогали ветеранам, поздравляли новорожденных, сажали деревья, сдавали кровь, строили детские игровые площадки, проводили семейные старты и многое другое.
акция наглядно показала, что подарить добро и хорошее настроение по силам каждому из нас. От социального к созидательному. Летний сезон стал активным периодом строительства учебных заведений. Колледж мирового уровня и Назарбаев интеллектуальные школы в Астане, Усть-Каменогорске и Семипалатинске. Пока ученики отдыхали, строители активно возводили для них новые дворцы знаний. Динамично трудились в этом году и на стройплощадке Балхашской тепловой электростанции. Новый и значимый промышленный проект компании призван решить проблему с дефицитом электроэнергии на юге страны. И вновь о социальном. Особое внимание компания уделяет детям с ограниченными возможностями. Наш корпоративный фонд «Жулдезай» в тандеме с компанией провел юбилейный 10-й фестиваль творчества для особенных ребятишек. Но главное, именно в 2015 году каждый сотрудник BI Group стал активным участником акции «Я поддержал фонд «Жулдезай». Благодаря нашему с вами участию в этом году было прооперировано более 80 детей. Поддерживает наша компания и общественно значимые мероприятия. Летом в Астане громко заявила о себе премия Муз-ТВ, официальным партнером которой мы выступили. В рамках мероприятия, которое стало одним из заметных событий года, и в честь своего 20-летия компания эффектно поздравила 19-тысячного клиента. Важнейшим праздничным мероприятием в честь 20-летия компании, безусловно, стало празднование дня рождения. В этот раз 2000 сотрудников двух холдингов съехались со всех регионов страны в казахстанскую Здравницу, чтобы сообща принять участие в построении лога на воде, марафоне, восхождении на гору и, конечно же, чтобы пожелать друг другу счастья. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Для многих сотрудников пожелание счастья реализовалось буквально в считанные дни в потрясающую поездку в город любви Париж. Ими стали 110 человек, которые на протяжении 10 и более лет самоотверженно и преданно трудятся на благо компании. Но праздники праздниками, однако работу летом никто не отменял. Тем более, что именно этот период для строителей наиболее горячий. Настолько горячий, что асфальт буквально плавится под катками дорожников BI Group. Дивизионы компании, засучив рукава, осваивали километры проблемной трассы Астана-Павлодар. Общими усилиями 150 километров дороги буквально на глазах становятся автобаном международного уровня. Большое будущее ждет и грандиозный проект – мостовой переход через Иртыш в Павлодарской области. На сегодня здесь выполнено 85% работ. А значит, скоро этот регион станет крупным транспортно-логистическим центром. Этому способствует и новая дорога Омск-Майкопчагай, которая является международным транзитным коридором. Около 60 километров компания запланировала сдать в самое ближайшее время. А в это время в Астане продолжалась череда новоселий. Строители дивизионов гражданского строительства один за другим сдавали новостройки. Между тем, в регионах, в сложных климатических условиях, строители компании километр за километром создавали современную инфраструктуру страны. Проекты «Шалкар Бейнео» и «Харгос» уже вышли на финишную прямую и практически в эту минуту становятся значимыми звеньями в транспортной логистике всего Центральноазиатского региона. Так же, как и проект «Аркалык-Шубарколь». Новая магистраль буквально пронизывает территорию Центрального Казахстана, выводя железнодорожные составы в соседнюю Россию и увеличивая тем самым товарооборот между странами. И вновь очередная победа. В 2015 году компания продолжила свое восхождение по авторитетной лестнице международного рейтинга 250 Top Global Constructors. Как и в прошлом году, компания стала единственным казахстанским предприятием в списке.
При этом BI Group поднялась в рейтинге на 25 позиций. Однако, как реализация сложнейших проектов, так и лидерское положение компании невозможно без главного актива – преданных и профессиональных сотрудников. Именно они стали главными героями профессионального праздника «Дня строителя». Идти на шаг впереди – принцип компании. С 2015 года на всех объектах активно внедряются лин-технологии в непосредственном сотрудничестве с одним из лучших лин-менеджеров Америки Полом Эйкерсом. Бережливое производство стало для BI бесспорным трендом юбилейного года. И вновь феерия новоселий, на этот раз осенних. Отрадно, что несмотря на экономические трудности этого года, компания смогла еще больше укрепить доверие клиентов, выполнив все свои обязательства. В 2015-й юбилейный год стал для компании еще и годом масштабных флешмобов и имиджевых проектов. Один из них — поддержка казахстанского боксера Геннадия Головкина, официальным спонсором которого стала компания. И пока в Нью-Йорке спортсмен готовился к бою с Давидом Лемье, в Астане BI Group организовал массовый забег. В этом году компания официально представила уникальный проект «Зеленого квартала» клиентам. Строительство экологичного и энергетически экономичного комплекса ведется совместно с Самрук Казына Девелопмент в рамках Экспо-2017. Неординарность квартала видна во всем, в том числе в подходе к строительству. Именно здесь, осенью 2015 года, наши строители поставили рекорд по объему и скорости заливки бетона. Успешная реализация проектов немыслима без высокопрофессиональной команды. Тренинги и мастер-классы позволили сотрудникам без отрыва от производства в течение года совершенствовать свои навыки. И как результат — новые победы. Мы стали лауреатом премии президента Казахстана «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее предприятие». Компания вошла в двадцатку крупнейших компаний страны, заняв 15-е место по версии «Эксперт Казахстан». Наш каменщик стал лауреатом международного конкурса World Skills. Сервисная компания «Астана Жилсервис» получила звание «Лучший в Астане». Выпускникам программ Pre-MBA 2014 и спец-Pre-MBA корпоративный университет вручил заслуженные сертификаты. Сотрудники повышают свою квалификацию, а компания мотивирует и поощряет своих лучших специалистов. Один из ярких примеров этого года – льготные квартиры начальникам участков. Вот и прошел 2015 год. Юбилейный. 20-летний. Оба холдинга BI Group Construction и Development подошли к новому 2016 году с блестящими результатами. Холдингом BI Group Construction реализуется 37 проектов по всей стране. Построено 275 километров автодорог. Уложено более 9 миллионов кубических метров земляного полотна. Построено более 32 тысяч квадратных метров зданий. Холдинг BI Group Development в 2015 году построил 23 жилых комплекса. Более 6 тысяч человек въехали в новые дома. Проведено 28 посещений объектов в течение года. Реализовано 5200 квартир. И пусть прошло 20 лет со дня основания нашей компании, но мы все так же собираемся вместе, чтобы также поздравить друг друга с успехами, вместе вспомнить, как прошел год, и помечтать о том, что будет в следующем. Вместе мы прошли немало трудностей, всегда поддерживая друг друга. Несмотря ни на какие кризисы, наша команда, дружная и высокопрофессиональная, все так же уверенно стремится к победам. Всегда и везде. Главное — вместе.